Итак, командный чемпионат мира. Хаджиме! Поддерживайте своего партнера, кричите. Мате, обоим шито за неведение борьбы. Хаджиме. Мате, в стойку. Джи. Мате? Сразу заправляетесь. Шидо, Шидо, по второму Шидо. Джиме, это не борьба, это так, гуляш по коридору. До конца, до конца. Мате? Сразу быстро на место, раз побежали. Джиме! Привет. И до свидания. Мате, быстренько встали. Коля, Шида, третья. Победа, третья. Два, два, ему третья. Все, победа сюда, Кателину. Поклонились, ушли. Следующий. Следующий кто у нас? Маша, Андрюха, Хаджиме. Так как на соревнованиях. Нет борьбы, нет бросков. До свидания. Мате, стойка. Хаджиме. Хаджиме, что хочешь? Все, сегодня отдыхаем, потому что мы сейчас боремся до пяти, а потом... Заходи тогда. Хаджиме. Блин, отвлекает мешок. А Георгий? Вот видите мельницу, как Маша держит? Вот мельница должна. Мате, стойку. Последняя минута. Следующие встали, готовятся. Эй, Хаджиме. Маша, съесть его. Маша, он у тебя 100 лей забрал. Но! Но! Ты Чиполлино. Мате? Шидо, Андрей, за ним. Хаджиме. Поезд достал и бросай. Вазари. Мате? Стали быстренько по своим местам. Сора, Мате. Стоп. Счет какой? Один. Один. Поклонились, ушли. Пожалуйста, следующий готовится. Кто следующий? Стоп. Нет, Борис попросил Виктору. Ливио борется с кем? С, Арту... с Артуром. Ливио, 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 ты идешь туда. Там, там разминаешься. Хаджиме. Вперед. Давай,
Засмотрелся. Матея? Матея? Красавчик, молодец. Хаджиме. Души, души. Матея? Матея, дан лицо. Сразу души там было. Джиме. Счет 1-1. Командный. Кто выиграет? Мате? Шидо, извинение. Первое. Джи. Вазари? Нет, Дану. Дан через грудь делал. Мате? Лицо? Проигрываешь, Миша. Вазари. Аджи. Не хай, а помогайте. С колен выше надо, захват. Десять секунд осталось. Раз. Два. Три. Четыре. Мате. Шесть секунд. Аджиме. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Время. Мате. Итак, со счетом 7-0 победил Хинко. Итак, команда. Кто там у нас? Влада Бурдужи ведет. Итак, пожалуйста. Артур Ливию. Приготовиться следующий. Бутук Сырбу. Бутук Сырбу, встали и готовьтесь. И ни в коем случае не садиться. Сырбу, встал туда. Не знаю, встал и готовься. Ушел оттуда. Джиме, будьте внимательны, если я крикну Мате, значит сразу останавливайтесь. Мате? Артур Насал, или ничего не делал? Юрий Александрович, как думаешь? Нет. Аджиме? Спокойно в Азаре можно было дать. Спокойно. Андрей, даже не спорь со мной. Ну кому? Ливию? В Азаре? Матея? Двумя руками держишь шею. Одну шею при удержании. Поэтому я тебя поднимаю, даю шидо. Первое. На соревнованиях, когда пропускают, просто здесь травма может. Меж Вазари и шидо. Джиме! Хорошо, отыграться, Ливио. Счет 2-1. Ну, он сделал. Вазари, Мате. Вазари, вот это пон. Сейчас объясню. Поправили, заправились. Объясняю, Юрий Александрович. Был бросок. После броска он делает удержание. Во время удержания он делает захват неправильный. Могут с такого захвата дать, а могут не дать. Просто я дал для чего? Для того, чтобы все остальные знали. И если попадает в ситуацию, когда вас держат под дзюдо двумя руками, вы должны показать судье, что неправильно держит. А еще лучше, если вы будете звать тренера, блин, который будет кричать сбоку судье: «Эй, ты чемодан, ты посмотри, как душит!» Если он не реагирует, судья,
то тренер начинает чуть ли не материться. Ну, материться нельзя, потому что сразу выгонят. Начинает кричать, что неправильно держит, и он поднимает. Вы понимаете, зачем тренер? Итак, 10-0. Счет какой? 2-2? 2-2. 2-2? Да. Ушли, две пары остались. Андрей? Встал, Бурдужа. Игорь, встали. Вы думаете, по какой борьбе, чтобы я знал, как судить? Хаджиме! Итак, 3 минуты. Владислав Бутук. Чеканы. Тагатина. Сырбу Андрей. Неоднократный победитель Баранов и Петухов. Тринты. Да, вы знаете, сколько он зам уже съел, блин? Мате, лицо. Я иногда добавляю по-русски, так не добавить делать. Хаджиме. Андрюха, там в селе народный герой. Футбол хорошо играет, борется хорошо. И... Так. Стойте. Мате. Встаньте по своим местам. Заправьте сейчас. Будешь готов, скажешь? Да. Андрюша. Просто покажи, вот так вот показываешь рукой, и тогда садятся. Джиме! Добрый. Вот ток шеда за неведение борьбы. Нет броска. Мате, лицо. Джиме. Влад, одно шида у тебя есть. Мате. Джиме. Рука длинная, пояс, достай и бросай. Нет броска. Мате? Андрюх, у тебя хорошо, у тебя же есть пояс, а потом и зацеп можно, подсечку изнутри. Поработать надо во время этот, отработки. Пошла последняя минута. И пом! Сора Мате. Видите? Влад, куда пошел, туда упал. То есть, пожалуйста, встали. Ипон, Сырбу. Счет 3-2. Борец не должен ходить по ковру. Сделал лишний шаг, все, и улетел. Пожалуйста. И счет 3-2 команда Игоря ведет. По какой борьбе? Самбо. А? Самбо. Самбо. Значит, напоминаю, стоп, самбо. Бросок на живот, 1 балл. Бросок на живот, на таз, и на поясницу, и на плечо, 1 балл. Бросок на бок, 2 балла. Бросок на спину, 4 балла. Это если с падением. А если без падения, ты бросаешь его на спину, чистая победа, на бок, 4 очка. И на живот, на этот, 1 очко. Плюс болевые на ноги, на руки. Душить будете, нет? Нет, без удушающих. Удержание 20 секунд, 4 очка, не больше. Один раз только делается. Готовы? Итак, Игорь впереди. Засекаем время. Хаджиме. Также 3 замечания. Первое замечание, второе предупреждение. Первое, второе и третье снимаются. Стоп! Стойко!
этот, кто там разминается? Георгий, зайди ко мне, свисток возьми. Хаджиме. Нет, нет, ко мне. Слева разбери. Или справа, или слева этот. Нашел? Да. На дверях. А другого нет? Нету там? Посмотри. Четыре балла. Считайте удержание. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ушел. Стойку. 4-0. По свистку работаем. Самбо, свисток. Георгий, сядь посиди. Нет, просто мы уже сейчас качаем. Игорек, отыграться надо. Падение на колени. Нет, с колен не идут броски. Стойко. Свисток, значит, вы отпускаете и встаете, как команда Мате. Осталось 2 минуты, Игорек. Четыре балла. Бурдужа. Встали, пожалуйста, Игорюшка, встал. Что? 8-0. Это с явным преимуществом победил Бурдужа. Пожали руки. Надо выбирать другую борьбу. Так, команды построились. Игорь, построй, пожалуйста. И Влад, построй. Постройте, быстрее. Подравнялись. Итак, у вас счет 3-3. Извините, чемпиона нет. Боремся еще раз. Ушли, сели. Итак, на ковер приглашается. Так, мы сейчас сделаем побыстрее. Кто так, ну, будет? Вот. Правильно решилось? А нам еще что? Нам надо еще поиграть. Я же... Что? Сейчас Нет. Должен кто-то победить. Будет сейчас опять будет бороться. А Георгий выбрался? Нет. А с кем? Проверить Георгия. Можно у Сани ходить. У нас все равно один есть. Да он никуда не ходил. Он ходил. Куда он ходил? Спроси его, куда он ходил, он даже не знает. Я ж там был, его не видел. Летом. Итак, что? Он говорил летом, нет, я не видел. Летом? Может быть. Один раз. Можно сказать? Нельзя ничего говорить. Мы все равно будем бороться, можешь пойти покачаться, пока если хочешь. Можешь посидеть, посмотреть. Итак, первая пара, сюда. Каталин, сюда. Там закрыли? Нельзя. Сюда, вот сюда, на этот ковер. Так, вторая пара, кто там у нас там был? Открытая. Андрей, Маша, открытая. Туда. Открытая. Юрий Александрович, сейчас. Да он не хочет, наверное, идти. Становись туда. Машенька, становись туда. Значит так. Игорь, сюда. Игорь, ой, не Игорь. Влад, сюда. Ты становишься сюда. Катерина, ты за какую команду будешь? Туда. Ты сюда. Влад, ты сюда. Ты судишь. Значит так, если ты судишь неправильно, то сразу тебе предупреждение. Сразу ему, вот, например, вот это поле. Да, ты его на шару дал, в зале, я его туда дали. То есть, ну, все. То же самое, Игорюшка. Игорюшка, я тебя прошу. Пожалуйста, туда. Не давайте, знаете что, шида не давайте. Шида будут давать я. А вы давайте только образцы. Итак, следующие две пары встали, вон там разминаются. Следующие две пары. Х.
Хынку. Разминается и Миша. А, Хынку и Артур. Все. Приготовились? Вы под дзюдо боретесь? Хаджиме! Я бы с удовольствием. Видишь, тебя сырбу как ждет. Знаешь, какой он сильный сейчас? Да. Время пошло. 2 минуты. Вы только броски, мальчики, и моты давайте. Выше захват надо, Маша, за шею брать. Ты не гейта. Пока будешь его там щупать боками, в тьма упадет. За шею бросила его. Да, он там иди разогреется. Сколько в партере? В партере? 5-6 секунд. Да ты видишь, он что сделать не может. Матей! Оценка есть? Нет. Базари, Маша. Базари, Маша. Она делала сзади, и он упал на бок. Пошли, пошли. Работай. Осталось 1.5 минуты. Маша ведет Базари. Влад, ты сделай шаг назад, чтобы они там боролись. Матэ? Базари. Ну как Базари, если он на живот? Базари был. Ой, я тебя прошу. Давай посмотрим. Не я буду судить, а будет сидеть федерация. Я покажу бросок. Не, Андрюшенька, не было. С той стороны хуже, с этой стороны лучше видно. Андрюха долго держит за пояс. Осталась минута. Маша ведет в Азаре. Сюда не давай. Сюда я только дай. Ты только броски и мотай. Живот. Стоп! Стой! Куда ты руки ломаешь? Ты сюда руку. То есть это не тот боевой, который можно делать. Почему? Осталось 40 секунд. 39. 38. 37. Маша, шину первая.